В общем, начинала я заниматься химией, когда уже училась в медицинском классе, и больше мне нужно, ну это еще был 9-й, мне кажется, даже класс, нет, 10-й, наверное, 10-й, ну и больше, на самом деле, мне надо было подтянуть как бы программу школьную, но которая была на порядок сложнее, чем в обычных школах. И первая задача стояла, ну как-то, в общем, на самом деле, удержаться в школе, потому что тут тоже был достаточно серьезный отсев. А в школе, ну как-то так сложилось, что меня очень взлюбила моя школьная учительница. Но один раз мне удалось написать, у нас были такие контрольные, которые присылаются из вуза. И мне не удалось написать на уровне ребят, там вот просто, которые там звезды класса. Она очень удивилась, то есть прямо ее лицо было вообще непередаваемое. И после этого стала ко мне относиться лучше. И как бы, ну и Олимпиада, конечно, тоже так, ну, меня серьезно поддержала. А Олимпиада была, да, сначала был заочный тур, потом очный, и у меня был диплом третьей степени, по-моему, который дал в итоге 100 баллов ЕГЭ, и там еще предлагалось по этому диплому без экзаменов поступить в РГМУ, на факультет биохимический, по-моему, да. Во-первых, как бы химию немножко мои глаза реабилитировали, потому что, ну, сложно от этого отстраниться, да, когда как бы все время на этом предмете ты получаешь какую-то очень негативную обратную связь, сложно как бы отделить, да, что вот предмет, а вот там отношение преподавателя. И это у тебя все сливается в какую-то единую, не очень приятную область. А здесь как бы стало понятно, что, ну, вообще-то с областью то все не так плохо. Ну, вы действительно, правда, один из лучших преподавателей, которых я знаю. То есть, как бы, причем, включая уже и вузовских тоже. Ну, и это действительно встречается редко, когда, как бы, ну, просто в этих вот много курсов, много центров, но многие из них, как бы, гонятся, конечно, за материальной выгодой. И особо, ну, гораздо меньше заботятся там о каком-то, ну, или только довести ученика до поступления, да, как бы, а дальше все, как бы, что с ним там, никого не волнует. Ну, а вы так интересуетесь, что происходит учеников, и как-то делать какие-то выводы. Ну и, в общем, подготовка, которую там вы даете, она действительно пригождается потом и в высшем учебном заведении.